Здравствуйте. Информационный час на телеканале «Ахтуба» продолжает программа «Актуальное интервью» в студии Елена Мурмилова. И гость нашей студии сегодня – это Роман Гребенников, первый заместитель председателя правительства Волгоградской области. Роман Георгиевич, добрый вечер. Здравствуйте. Позвольте нашу сегодняшнюю беседу начать, ну, достаточно горячей на сегодняшний день. Тема – это строительство парка в центре Волгограда. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот в первую очередь, ваше, как вы к этому относитесь, да, и почему столько негатива вокруг этого вопроса сегодня существует? У меня складывается впечатление, что некоторым людям просто не о чем говорить. И вот начинают высасывать из пальца, там, не знаю, из каких-то мест, какие-то информационные поводы нелепые. Но очевидно, что хорошо, что благоустраивается часть Центрального парка культуры и отдыха. А в свое время мы тоже рассчитывали на то, что найдем ресурсы на реконструкцию парка. По прогнозным цифрам необходимо было около 300 миллионов рублей. И, конечно, в бюджете Волгограда в наше время, условно, во время нашей работы в городской администрации таких денег не находилось. 300 миллионов рублей – достаточно большая сумма. Это приличные деньги. Что же там нужно делать на такие деньги? Естественно, что мы рассчитывали привлечь благотворителей, целый пул собирали бизнесменов, но вы знаете, что в начале 9-го в стране произошел кризис, бизнес свои благотворительные ассигнования тут же сократил, меценатов стало все меньше и меньше, и, соответственно, внимания к парку должного уровня оказано уже не было. Ну а в период правления временной власти понятно, что и вовсе не до ЦПКО было. А сейчас новый губернатор Сергей Анатольевич Баженов максимальное внимание уделил ЦПКО. И в рамках договоренности с государственным партнером, государством-союзником, с Азербайджаном, с учетом межгосударственных соглашений, получилось то, что получилось. Один из элементов этого соглашения и позитивных подвижек в рамках сближения двух государств в честь Гейдара Алиева, первого президента Азербайджана, государство Азербайджан благоустраивает часть парка центрального, часть ЦПКО. Но причем парк благоустраивает, в начале июня, причем благоустраивает за свой есть. Счет, с помощью собственных ресурсов, при, конечно, внимании наших властей и, соответственно, помощи и содействии со стороны муниципалитета и регионального правительства. Что в этом плохого? Только позитив. Я сегодня только был на территории, которая подлежит этому благоустройству, там замощены дорожки, проведен полив, очень серьезно выстраиваются моменты, связанные с детскими аттракционами, с инфраструктурой, сопутствующей и позволяющей отдыхать, так сказать, семьям, молодым мамам и так далее. Я думаю, что очень скоро этот парк увидит волгоградцы и порадуется этому. А что касается недоброжелателей и болтунов, которым нечем заняться, я порекомендовал бы этим болтунам и критикам взять и благоустроить другую часть парка. Там еще есть чем заниматься и что предпринимать и так далее. Пожалуйста, от слов пусть перейдут к делу. Поэтому уверен, вот я коренной волгоградец, да? Я родился в Волгограде, живу в Волгограде, работаю в Волгограде. Я считаю, что это решение межгосударственного уровня очень положительное. И то, что там сейчас при партнерстве с этим государством мы увидели вложение со стороны нашего партнера в нашу территорию. Этот же парк никто никуда не увезет, он же здесь остается, да? Нашим же детям остается. Я считаю, что это положительный момент. И вот если практика такая с городами-побратимами, с государственными партнерами, с привлечением собственных меценатов и предпринимателей, готовых вложиться в благоустройство парков, скверов, зеленых территорий и так далее, эта практика будет продолжена, она будет продолжена, то уверен, что мы очень скоро не только за бюджетный счет увидим позитивные решения, да, на замечательных наших территориях, но и вот за счет вот таких вот дополнительных ресурсов и источников. Ну, вот так что еще раз, я оцениваю это движение как положительное.
Меня обрадовало то, что я увидел сегодня на территории, где сейчас благоустраивается часть ЦПКО, и это условно называется парком дружбы и так далее. Я в этом ничего дурного на самом деле не вижу. Все эти склоки и попытки разжечь какие-то межнациональные темы, они вообще уходят на второй план, потому что там прежде всего для детей создаются условия. Это очевидно. Я считаю, что это очень правильно. Там наши же мамы с детишками, там, родители в целом, семьи будут гулять и получать удовольствие и радость. Вот и все. Ну, вот вы назвали сумму вложений, вот, которая обсуждалась несколько лет назад. Это порядка 300 миллионов рублей. На сегодняшний день азербайджанская сторона сколько? Не буду говорить сейчас о больших суммах. Могу сказать, что та часть, которая сейчас обозначена и благоустраивается, конечно, требует приличных вложений. А вот кидать, так сказать, в общество какие-то показатели – не мое дело. Пусть об этом говорят те, кто вложились. Пусть об этом говорит благотворители со стороны государства Азербайджан. Замечательно. И они могут этим погордиться и порадоваться. Пусть об этом говорит директор самого ЦПКО, потому что в его, что называется, хозяйстве происходят эти положительные изменения. Да? Наконец-то от разговоров перешли к делам. Но могу сказать одно. С политической точки зрения, я как зам, курирующий внутреннюю политику, да, уверен, что это решение очень правильное. Мало того, что это сближает, так сказать, народы и наше государство, это еще и решение, которое приносит пользу нашим горожанам. Ну, это очевидно. Ну, вот вы уже несколько объектов назвали. Что еще будет на территории этого парка, этого участка? А вот дальше следующие шаги. Потому что парк у нас имеет приличную площадь. Я думаю, что там, конечно же, требуется участие и муниципалитета, не только на уровне кураторства, но и на уровне больших вложений. Уверен, что обновленная городская власть в лице уже нового исполняющей обязанности главы администрации Волгограда, в будущем обновленная городская дума примет решение соответствующее, и деньги в достаточных суммах придут на благоустройство ЦПКО, потому что это, конечно, визитная карточка нашего города-героя. А чтобы не забыли о своем, ну что ли, предназначении с социальной точки зрения, еще и наши предприниматели, которые вполне способны благоустроить в рамках общего эскизного проекта и общих установок свою часть, условно, там, свою часть парка и привести в порядок и поддерживать самое главное. Потому что важно не только сделать полезное дело, но еще и потом содержать, причем желательно за свой счет. Вот это вот правильный разумный подход, который, кстати, в свое время губернатор Баженов выстроил, будучи мэром Астрахани, в самой Астрахани. И я думаю, что это еще раз очень правильно. Сделали, содержите, показывайте, что вы вкладываете в социальную сферу города. И эти вложения наглядные. Не просто купили и забыли, а привели в порядок, благоустроили часть сквера, парка и так далее, и содержите за свой счет. Это очень хорошо. Ваша точка зрения понятна. Хочу вам предложить традиционный видео-вопрос от телезрителей. Давайте. С улицы. Давайте посмотрим и будем дальше разговаривать. Здравствуйте, меня зовут Оксана. В нашем городе будет происходить байк-шоу. Какие знаменитые люди приедут к нам? И как получить приглашение туда? Это тоже одна из самых горячих тем на сегодняшний день в городе и в области. Давайте так. Как курирующий заместитель, курирующий сферу культуры, Министерство культуры, могу сказать, что Министерство культуры максимальное участие принимает, конечно, в рамках подготовки этого байк-шоу. И все эти вот разговоры по поводу того, что 23 число, безусловно, очень трагическая дата для нашего города, истории нашего города, и вот есть элементы некоего кощунства при проведении подобного рода мероприятий, кстати, патриотической направленности мероприятия. Я в этом не вижу никакого кощунства, на самом деле. Это нормальная коммуникация с молодой средой, которая, естественно, получает максимальное проникновение в эту же самую историю, которая, безусловно, узнает об этой дате как раз новыми способами. И я не сомневаюсь, что этот формат очень будет принят молодежью. Как раз молодые люди и должны узнать, что произошло 23 числа. И в последующем варварские бомбардировки, связанные с гибелью. Не останется ли в памяти молодежи, жителей? Это именно днем вот празднования вот такого большого шоу? Это не празднование.
Это, безусловно, масштабные мероприятия, как раз посвященные той трагедии, которая случилась в нашем городе. И впоследствии обороне Сталинграда, битве Сталинградской и победе, в конечном счете. Да? Это не то, что мы воспринимаем как праздник, ни в коем случае. Я могу сказать, что с моей точки зрения, вот очень правильно, тактично и верно выстроена стратегия самого мероприятия. И уверен, что привлечение сюда наших партнеров с Украины, с других регионов нашей страны, я знаю, что будет делегация из Белоруссии, привлечение внимания к нашему городу, к нашему Сталинграду, Волгограду, привлечение внимания к его истории, подписание соглашения о побратимстве и партнерстве с рядом городов, которые должны стать союзниками нашего славного города-героя. Да? Появление здесь делегаций с разных регионов России. Конечно же, очень масштабное и очень серьезное действие. Какое в этом кощунство? В этом только позитив. И еще раз, привлечение внимания к нашему городу и к нашей истории. С точки зрения действия, конечно, здесь инициатива хирурга, здесь, безусловно, инициатива нашего губернатора Сергея Анатольевича Баженова. Я оцениваю эти вещи как позитивные вещи. И еще раз, как коренной житель, уверен, что и дети военного Сталинграда, и ветераны, безусловно, поддержат эту логику. А что касается нового средства коммуникации с молодежной средой, то, безусловно, это абсолютно естественная вещь. Не через старые формы общения с ребятами молодыми, а вот через такие вот масштабные мероприятия, через приезд лучших групп, через приезд авторитетных для молодых ребят людей, через участие личное в подготовке этого мероприятия. Я уверен, что вот эта вот коммуникация, эта взаимосвязь, она будет очень четко прослежена и будет принята людьми. Что касается подготовки, конечно, наши структуры принимают самое активное участие в этой подготовке. И дорожная инфраструктура готовится, и энергетика подводится. И я знаю, Алексей Васильевич Буркучев и Василий Иванович Галушкин, многие другие представители нашего регионального правительства по своей линии, в рамках своих полномочий, максимум усилий предпринимают, чтобы все прошло безупречно и было на хорошем уровне подготовлено. Естественно, да, оказывает и кураторство, и содействие, и, собственно, идеологом этого мероприятия является наш губернатор. Но информация вот о подготовке так достаточно, а вот действительно, те, кто захочет попасть на это байк-шоу, где можно купить билеты? Я уверен, билеты, что достаточно будет возможности попасть всем участникам. Сейчас пояснять о нюансах и деталях пока рановато. Все соответствующие пояснения будут вовремя произведены, будут продаваться или пояснены как-то и так далее. Наша задача – подготовить шоу. А организаторы все нюансы пояснят. Понятно, спасибо. Еще один видео-вопрос давайте посмотрим. Давайте. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Можно задать вам такой вопрос? Какая будет культурная программа на День города? Что будет для молодежи сделано? Что будет в городе происходить? Ну, совсем скоро день рождения города Волгограда. Наверняка не вы за это отвечаете, но тем не менее. Ну, что могу сказать? Конечно, городские власти, не сомневаюсь, достойно подготовят город к празднику, Дню города. Дата чуть сдвинута с сентябрьских чисел на конец августа, но это не повлияет на, так сказать, там, позитивные градусы настроения волгоградцев. Что касается участия, скажем, Министерства по спорту или Минкультуры со стороны регионального правительства в празднике горожан, то оно будет максимальным, это участие. Ну, к примеру, на Кубок Сталинграда, на Кубок губернатора будет проведено масштабное действие, масштабное шоу, сейчас в моде это слово, да, по силовому экстриму. Соберутся сильнейшие люди страны, они будут соревноваться на территории нашей площадки, на нижней террасе набережной, и мы увидим, не сомневаюсь, горящие глаза молодых ребят, которые будут смотреть на наших спортсменов. Кто-то примет даже участие в этом действии, покажет себя, пожалуйста, это тоже не будет возбраняться. Но хорошие ведущие, хорошая организация, Федерация силового экстрима подготовится к этому процессу.
И я думаю, что все пройдет безукоризненно, все пройдет четко, здорово. Помню, что года три назад мы проводили примерно аналогичные мероприятия, такое же шоу. Максимальное количество людей было привлечено. Насколько я помню, там порядка 60 тысяч человек присутствовало в это время на набережной и поражалось силе наших спортсменов, радовалось за участников со стороны волгоградцев, сталинградцев. Я думаю, что и здесь все пройдет очень безупречно и хорошо. Что касается Минкультуры, конечно, в помощь городскому комитету по культуре наши группы и казачьи ансамбли, и другие группы будут представлены максимально в рамках тех мероприятий, которые задумал город, проводит Волгоград, и все ведомства будут здесь подключены. Евгений Москвичев – человек опытный, грамотный руководитель. В недавнем прошлом как раз, так сказать, производственник руководил крупным предприятием «Облэлектро» и руководил эффективно. Оно на хорошем счету, и об этом предприятии, его деятельности знают и в Москве, знают энергетические холдинги. Могу сказать, что я порадовался тому, что Евгений Москвичев сейчас пришел в руководство действующей временной городской администрации. Вы знаете, так часто случается, что нет более постоянного, чем что-то временное. Да? Поэтому желаю Москвичеву удачи, успехов. И полагаю, что вместе с командой других руководителей городская администрация в нынешнем своем виде будет работать более эффективно, чем, скажем, предыдущие руководители. Спасибо. И напомню телезрителям, спасибо, что в гостях у нас сегодня Роман Гребенников, первый заместитель председателя правительства Волгоградской области. Роман Георгиевич, ну еще одну тему давайте с вами затронем. Это гораздо более отдаленное событие, но тем не менее подготовка вовсю уже ведется. Это, естественно, чемпионат мира по футболу 2018 года. Какие мероприятия уже состоялись, да, и что на сегодня уже готово, что сегодня сделано? Сейчас готовятся соответствующие заявки на энергоподключение, техническое подключение со стороны стадиона, со стороны будущих владельцев соответствующих гостиниц, потому что работы по организации, значит, стройплощадок, по, собственно, постройке гостиниц ведется очень активно, вообще подготовки инфраструктуры. Мы сейчас имеем возможность говорить о том, что значительное количество наших региональных городских объектов включены в федеральную программу по подготовке к чемпионату 2018. Это и площадка спортивная на спортивном комплексе «Трактор», это и спортивная площадка на спорткомплексе «Зенит», это, разумеется, сам объект «Центральный стадион», который нуждается, собственно говоря, в практически новой постройке, да? Это и спортивная площадка на территории «Олимпии» и ряд других объектов. Могу сказать, что вот буквально вчера мы провели дополнительное совещание с представителями Министерства по транспорту нашей области, с представителями других ведомств, практически всех, и Минтопэнерго, и многие другие, где обсуждали вопрос по дорожной инфраструктуре, потому что надо будет, конечно же, в рамках уже ведомств и отраслей готовить соответствующую проектно-сметную документацию, готовить объекты к соответствующим расчетам и в последующем к заявкам на уровне Минтранса России с получением соответствующих ресурсов и средств. Уверен, что мы справимся, время для этого достаточно. В рамках подготовки и строительства нового стадиона могу сказать, что у нас уже в конце февраля будущего года будет готов второй этап проектирования. Этот второй этап будет включать в себя и проект демонтажа существующего стадиона. А вот, насколько мне известно, обсуждалось два варианта. Либо его подчистую снесут, или разберут и частично используют при строительстве нового стадиона. Вот к чему пришли? Вы знаете, хорошо использовать то, что останется в результате демонтажа, дешевле, безусловно, дороже, безусловно, правильная вещь. Что касается использования стройматериалов и так далее, это вопрос к, собственно, подрядчикам, которые будут заниматься уже строительством самого стадиона. Уверен, что эти элементы использования, безусловно, будут предусмотрены. Что касается наших действий, наши действия здесь абсолютно зарегламентированы, понятны и прозрачны. Нам нужно получить готовый проект, нам нужно не ждать четвертого этапа проектирования с получением окончательной сметы, а двигаться вперед по результатам каждого этапа. И могу сказать, что по результатам проектирования второго этапа и получения проекта на демонтаж летом 2014 года мы уже планируем начать демонтаж центрального стадиона.
В этой связи у нас немало ли останется времени для строительства стадиона? Проходят переговоры с городской властью на предмет реконструкции стадиона «Зенит», с тем, чтобы можно было клубу «Ротор» и нашей замечательной команде в период демонтажа и в период строительства стадиона играть на соответствующем стадионе «Зенит». В этой связи соответствующие переговоры мы проводим с другими структурами, потому что нам нужно ни в коем случае не обидеть, а максимально компромиссно решить вопрос с Федерацией по легкой атлетике. Но, одним словом, эти решения, в принципе, нащупываются, они вырабатываются в ходе переговоров. И я думаю, очень скоро мы увидим активную подготовку инфраструктуры для, собственно говоря, и строительства, а затем эксплуатации стадиона построенного. Сейчас обсуждаем вопрос и по линии теплоснабжения, водоснабжения, по выносу определенных сетей. Эти решения также состоялись, они есть, они запротоколированы. Я думаю, что под жестким контролем губернатора, а он проявляет к этому очень большое внимание, все будет уложено в соответствующие сроки. Во всяком случае, сейчас наш регион не отстает от сроков, которые предусмотрены по контракту, по проектированию стадиона. А в дальнейшем заказчиком самого строительства стадиона будет выступать москвичи, в данном случае Министерство по спорту в лице ФГПУ спортинжиниринга, и в рамках тех конкурсов, которые будут проведены, постараемся, чтобы максимальное участие наши подрядчики региональные получили при участии в этом конкурсе, при субподрядных работах. Здесь очень важно, чтобы были учтены интересы региона, но по федеральному решению соответствующего правительственного уровня строительство самого стадиона – это федеральная задача и будет осуществляться исключительно 100% за счет федерального бюджета. Поэтому все вот те или иные инсинуации, склоки, некие такие, знаете, глупые рассказы о том, что регион чрезмерно потратится на подготовку чемпионата. Да, об этом тоже говорят, и прочее. Количество лет это все, вот эти все такие странные инсинуации, они не имеют ничего общего с логикой жизни. На самом деле, сам стадион будет строиться за федеральный счет. Задача наша, задача региона – подготовить соответствующую инфраструктуру. Вот сейчас идет максимальный обсчет суммы вложений региона. Могу сказать, что в любом случае эти суммы значительно уменьшены по отношению к прежним параметрам, которые мы прогнозировали. И второе, эти суммы, я вам сейчас расскажу, эти суммы в любом случае вкладываются в объекты, которые здесь остаются, которые здесь необходимы. Это, конечно же, вопросы, связанные с обновлением теплосетей при подготовке инфраструктуры, строительство стадиона, эксплуатации его. Да? Это вопросы, связанные с дорожным хозяйством, потому что подъезды к гостиницам, подъезды к самому стадиону, проезд от аэропорта до стадиона, включая объекты до Самарского разъезда и так далее. Эти все эти вещи требуют софинансирования со стороны Московского министерства по транспорту и многих других ведомств. И в регион в результате привлекаются федеральные деньги, причем масштабные федеральные деньги. На условиях 70/30, а в рамках стадиона вообще 100% финансирует строительство стадиона, еще раз подчеркиваю, Москва. То есть в этом смысле для региона одни плюсы, очевидные, масштабные, серьезные плюсы. Что касается пропорций, еще раз подчеркиваю, доля софинансирования региона по отношению к московскому софинансированию, конечно же, нам очень и очень выгодна. Что еще очень важно здесь подчеркнуть? Задействие и максимальное участие наших подрядных структур. Дороги кто будет делать? Наши же подрядчики. Участие в субподрядных работах по стадиону. Наши же субподрядчики. Все, что связано с энергетикой. Наши же энергетики. Все, что связано с благоустройством территории. Наши же организации. А это рабочие места, а это налоги, это ресурсы, которые здесь в оборотных средствах и останутся. Одним словом, очевидные плюсы. Вот по использованию наследия чемпионата мира 2018 тоже недавно проходил семинар, насколько мне известно. А что обсуждали, к чему пришли, и как будет использоваться то, что сделают к чемпионату мира, уже известно? Ну, к примеру, как можно использовать замечательную спортивную площадку, которая останется от подготовки к чемпионату на тракторе, на «Зените», на других объектах. Конечно, все это останется нашим же спортсменам. Это же наши же люди будут играть вернее, на этих же полях. Это же наши дублирующие команды, основная команда будет играть на этом же стадионе. Это же наши люди будут приходить и в качестве зрителей участвовать в поддержке нашей же команды.
Это наши люди будут пользоваться этой же котельной, построенной, реконструированной в рамках физкультурной академии. Это наши же детишки будут пользоваться соответствующей спортивной инфраструктурой, которая здесь останется. Дороги-то сделают. Конечно, это плюсы. Мира. Не сомневаюсь, что дорожное покрытие будет значительно улучшено. И, конечно же, уверен даже, что внимание к дорожной отрасли будет несколько иным, чем, скажем, еще лет 5-6 назад, когда на город, на столицу выделяли со стороны субъекта 200-300 миллионов, и мы радовались, что хотя бы это выделяют. Сейчас губернатор выделяет на столицу порядка 800-900 миллионов рублей, и у нас, конечно, есть свои сложности со стороны городских руководителей с освоением этих денег, но, подчеркиваю еще раз, подготовке дорожной инфраструктуры, особенно к чемпионату, уделяется особое внимание. Я думаю, впереди большая работа. Не очень много времени осталось. Еще несколько слов на тему того же проекта стадиона. Он изначально планировали всегда золотисто-красный. Правда ли, что там будут теперь внесены изменения и будет еще присутствовать и голубой цвет? Вы знаете, дело тут не в цветах, конечно. В том, что максимальное участие, максимальная вовлеченность, что называется, местных культурологических особенностей в архитектуру этого строения, здесь мы сумели добиться. И при обзоре, что ли, называется, внешнем виде эскизного проекта при первом этапе проектирования мы видим, что наш стадион будет в позитивную сторону отличаться от, скажем, других объектов, которые строятся по стране, потому что он привязан к нашей территории. Он будет впитывать в себя вот эти наши казачьи традиции здесь. И это очень здорово. Посмотрите внимательно. Я думаю, что это ни для кого не является ни тайной, ни каким-то секретом. И мы публично обсуждали эскизный проект на общественном совете под руководством Владимира Ивановича Петрова, нашего академика. Кстати говоря, в здании самой медакадемии. Я думаю, что уверен даже, что волгоградцам стадион понравится. Вот так. Буквально несколько секунд. Тут один вопрос и прям коротенький ответ. Успеем ли мы все это сделать и хватит ли на все это средств? Успеем, сделаем. И средств хватит. Спасибо. И напомню телезрителям, что в гостях у нас был первый заместитель председателя правительства Волгоградской области Роман Гребенников. Роман Георгиевич, спасибо вам огромное и до свидания. Вам спасибо. До свидания. Прическа ведущей выполнена мастерами салона парикмахерской «Чародейка».